Нашествие четвероногих. Масштабный корги-фестиваль состоялся в усадьбе Гребнева. Щелковский центр гражданской защиты снова собрал вместе участников уникального сообщества хороших людей и их чудесных хвостиков «Маруся и друзья». Отряд «Маруся и друзья» был открыт при Центре гражданской защиты 3 года назад. Сегодня он насчитывает более 600 собак по всей стране. Отряд возглавляет талисман наших спасателей Маруся Леонидовна, на счету которой множество спецопераций и десятки спасенных жизней. Корги-волонтеры помогают в работе спасателей и привлекают внимание граждан к нелегкой работе сотрудников МЧС, подробнее о которой могли узнать гости мероприятия. В этот день территория усадьбы была разделена на локации. На каждой четвероногих друзей ждали различные интересные испытания. В традиционных корги-гонках сразились около 200 собак. Победителем стала корги по кличке Асти. Ей чуть больше года, и это первое участие в подобном мероприятии. Мы хотели просто поучаствовать, не знали вообще, побежит, не побежит. Ну, честно, все трясется. Руки трясутся, ноги трясутся. Молодец, гордимся. Попробовать себя в роли спасателя можно было на локации «Лабиринт». Здесь от хозяев и их питомцев требовалось максимальное взаимопонимание, чтобы быстро найти выход. Вася, давай, давай, Вася, давай. Готовится прийти, Анна. Молодец. В центре усадьбы пушистых участников ждала полоса препятствий, с которой удалось успешно справиться практически всем. Потом Бакс и Леся, Барни и Андрей, Бетти и Анна, Биба и Лена, Блум и Мила, Бублика и Анастасия, Вафли и Маруся, Виски и Анастасия, Вилли и Полина, Грейси и Дмитрий. Искупаться в овациях и собрать восторженные взгляды – такая возможность была у участников конкурса костюмов, самого зрелищного испытания, которое подготовили организаторы. Владельцы собак и их любимцы продемонстрировали наряды, изготовленные своими руками. У нас гавайская семья, назовем это так. Папа, мама, да, и Генри, наш псын. Первый раз вообще на таком фестивале, мы только в том году, получается, завели коржика и решили попробовать, почему нет. Лотереи и заслуженные призы ждали участников в завершении праздника. Но самым главным подарком для всех стало хорошее настроение и приятное общение в кругу единомышленников. О, это безумно круто. Мы вообще в первый раз в этом участвуем, но нам собаки, кажется, очень-очень нравятся. Мы это случайно узнали от коллег на работе. И раз это каждый год проводится, мы каждый год будем сюда приходить. Да, очень атмосферно и здорово. Мы в восторге от фестиваля, нам все очень нравится, организация, очень впечатлены, то что... Столько всего тут придумали, в шоке. Восторженные отзывы – результат хорошо проделанной работы большой команды Центра гражданской защиты. На их счету десятки мероприятий, но такого масштаба впервые. Получилось грандиозное событие, потому что такого количества радостных людей на территории площади, наверное, вряд ли сейчас соберешь. Получилось здорово. Мы сплачиваем людей. Мы заботимся о хвостиках, дарим добро людям. Это важно, это нужно в наши непростые времена. Сплачивать и спасать. Яркий корги-фестиваль без сомнений станет теплым воспоминанием уходящего лета и важным напоминанием о роли спасателей в нашей жизни. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.